Коротенькое видео, ребята, о нашей жизни в США. В очередной раз просто удивляюсь, восхищаюсь нашей страной. Ну вот это, видите, обычный наконечник, да, для самый простой для шланга. Вот мы его чаще всего берем, потому что он полностью металлический и дольше всего выдерживает у нас в наших условиях, в жаре. Пластик обычно кончается быстро. И у него, видите, одно отверстие. Просто, в принципе, можно купить наконечники еще дополнительно, распылитель. Но нам это не надо. Нам нужна струя воды. И прошу обратить внимание, что здесь у нас на нем стоит, вот на это обращаю внимание, всегда, когда покупаю вещи, такие как наконечники или шланги для сада, на гарантию. Вот у него 10 лет гарантии. Наконечник старый я купил 2 года назад, и он у меня поломался, перестал срабатывать пружина и перестал, соответственно, закрываться этот распылитель. Как его назвать правильно, я даже не знаю по-русски, да, ну, скажем, наконечник для садового шланга все-таки правильный. И сегодня вот я его понес, тот старый у меня, я, естественно, предусмотрительно сохраняю чеки и вот эту упаковочку. Упаковочку, старый наконечник и чек. И просто без слов: вы хотите поменять? Я говорю, да, идите выберите то, что вам надо. Причем я могу, ребят, поменять, сделать апдейт. То есть если я хочу дороже, я возьму дороже, доплачу. Просто если дешевле, мне вернут деньги за тот. Ну я вот взял опять этот же самый. И вот у меня свежий чек, да. Тут ничего не говорится на этом чеке, что у меня как бы обмен был или так далее, и так далее. Просто как будто бы я его купил по новой. То есть у меня опять по факту моя 10-летняя гарантия опять стартанула с сегодняшнего дня. Понимаете, да? Чудеса, чудеса.